Акуна Матата, всем, кто смотрит данное видео, вместе со мной, с вами Пумба, и я чешу щеку. Поэтому мы, наверное, давайте двигаться дальше. Воу! О, я дальше двигаюсь. Нифига себе, тут лед, что ли? Прикольно, я не знаю. В общем, в предыдущей серии мы, как обычно, короче, для... А как мы свалились? Ну, короче, у меня башка болит, я помню, я спать вчера... Датчиком Альма совсем рядом с вами. Вы, наверное, чувствуете симптомы ее приближения. Галлюцинации, головная боль и все такое. Вы должны сопротивляться ей. А как? Слышь, поясни. Мужик, ты вообще нормальный? Взялся, ты как врач, знаешь. То-то у вас болит. Но вы... Мозги? Че, где? Кто где? Да иди нахрен, Альма, я сейчас за мозгами смотрю. Это мозги. Твою мать, серьезно, это мозги вот этого мужика. Наверное. Я не знаю. Где мы вообще? О, Аль, здорово, Аль. Я к тебе иду. Ты жди меня. Бля. Слушай, не жди меня. Иди без меня. Я потом... Чё это? Это кто? А, это... Я думал, это человек. Двигается так, блин, призрачно, блин. О, нет, я туда не пойду. А, блин, нет, я туда и пойду. Твою мать. А как бы... Страшно. Блин. Меня заколебали... Тихо. Меня заколебали эти звуки, они меня пугают. Слушай, у меня все моргает, я не знаю, починил бы, что ли, я не знаю. О, там, короче, надо почитать информацию. Иди нахрен. Заходи, заходи, заходи. Что это за мусорные мешки? Что это у вас? Убирай. Улучшение клонов. Внимание всего персонала. На этой неделе мы начнем боевые испытания клонов 7-го варианта. Техники сейчас заменяют стазис капсул 6-го варианта и готовят их к переброске на Steel Island. Steel. Зашибись. Как и в случае с другими новыми клонами, не давайте им боевые патроны до тех пор, пока мы не завершим оценку террористических шумов. Итоги, которые станут известны не позднее... вторника. Доктор Алдан или я дадим отмашку по окончании анализа. Понятно? А вы что, надавали им патронов, что ли? Ой, я чего-то подал. Бля, хамуха! А какая она симпатичная, это вы поглядите на нее. Не, ну она как бы... Ты не в моем, у меня есть жена, дети. У меня 7 детей. И 8 жен. Ты как бы не надо. Я не изменяю. Я верный. Чё ты от меня хочешь, я не знаю. Ты как бы... Чё это у меня вообще? Это чё, ты что ли? Бляха, это она! Слушайте, у меня все моргает, мне плохо вообще. У меня мигрень. Где она? Она еще невидимкой заделалась. Тихо, ты где? Я тебя палю, кажись, нет? Да вот ты где-то тут. Да твой... Так, надеваем наушники. Бляха! Бля, иди нахрен! Чё тебе надо? Чё ты хочешь? Меня? Надели наушник, я надеюсь, вы успели? Да я повторять это больше не буду. Муха, это пипец сейчас был какой-то, я не знаю, я тебя под... Знаю, я тебя сейчас за сандалю, короче. Прыгай на меня еще раз, я тебя сейчас... Иди нахрен. О, она ушла. Странно обрадовался. Ни хрена она смелая. Что-то опять меня все моргает. Она сейчас прыгнет. Ребята, приготовились. Зачем сюда пошел? Чтобы Альму найти. В подземелье, я пойду, здесь я Альму, найду. Капец, блин. Я на такое не подписывался. Что это такое вообще? Ну, Альма, давай. Я сейчас обосрался уже. Что ты где? Слушай, ты появляйся хоть вниз, внезапно, я не знаю. Не внезапно, а внезапно, чтобы я знал. Что гопа такая, ты сейчас напрыгнешь на меня. Капец. Я, знаешь, Альма, как бы я люблю... Ну я девушек, но я как бы не понимаю, ты девочка или девушка, как бы я чуть определись сначала, кем ты хочешь быть, как бы. Если девочка, то извини, как бы я на девочек не падок.
Если девушка, так я тебе говорю, как бы у меня 8 жен, я не изменяю. Чуть-чуть. Или 9. Я не помню, сколько. Да ты хрен с ним. Чуть-чуть у нас. Давайте посмотрим. А, камера тут, конечно, самая качественная, я не знаю. Че, не туда ползти, что ли? Че, короче. Я изучил данные. Я полагаю, что Альма осознала ваше присутствие в тот момент, когда вы вошли в КТП. Теперь ее тянет к вам. Можно даже сказать, что она жаждет вас. Она сама жажда. Вы как халявная пицца на слете фанатов аниме. Она чувствует ваш запах и хочет вас поглотить. Слышь, ты, давай там своими метафорами блистательными хватит пестрить. Ты, может, помогать не будешь, а? Пицца бесплатная. Халявная, блин. Метафорит мне тут, блин. Метафорунщик, блин. Выручай. Поглотить она меня хочет. Короче, Альма, иди сюда, мы с тобой посношаемся, ты успокоишься, короче. Я понимаю, у тебя не было, короче. Извините, уважаемые подписчики. Ну, короче, она, у нее недотрах, короче, вот у нее, вот реальная. Твою мать, это кто? Иди нахрен. Там и сиди. Там и сиди. Там и сиди, и DVD, и вообще все, и MP3. Там все. В общем, надо с Альмой мне, короче, она сейчас на меня еще раз прыгнет, и я, короче, ее хорошенько так... И потом... Блях. Мне сюда и надо, или мне сюда... Че делаю, зачем я сюда иду? Так мне сюда и надо... Блин, хотел сказать я. Но как бы... Слово произнесенное... А, тут закрыто. Ну, я пистолет подобрал. А, еще запас здоровья. Да в жопу его! Где запасы здоровья? Там, короче, мертвые люди лежат. Здесь, наверное, что-то произошло. Вы не находите? Кузя, чего? Пожрал, теперь можно мяукать. Не вовремя. Я как бы и сейчас всего боюсь. А тут еще ты давай тут день прыг... Че, дверь открыта? Не, я туда не пойду. Эй, туда не... Нет, я туда схожу, проверю. Слышь? Там кто? Там кто? Мужик, ты как? У тебя башки нету. Чё нажать? Стоп! Зачем мне это делать? Не, ну давай откроем чуть-чуть. Дурак я. Фига тебя коробит. А зачем я открыл камеру? Закрой дверь. О, твою мать, закрой двери. Ты дебил. Придурок. Да хрен с ним. А я сюда-то не сходил. Слышь, открой, закрой двери камер. Как закрыть-то? Как обратно закрыть? Да твою мать. Что теперь делать-то? Да как мне... И зачем я это сделал? Я, ребят, сейчас туплю. Я как бы сюда-то не сходил. И знаете, меня что больше всего напрягает? Альмы нету. Бляха, да вы серьезно, что ли? Вот я сейчас должен сюда идти. Пипец, просто ума палата, я не знаю. Блядь, я в камеру. Все, в жопу я в камеру лучше встану. Тут сверху никто не ползает. Тихо, бляха. Молчи там. Блин! И где ты? Ой, нифига себе, тебя подвесили. Не, ну тут симпатично все, короче. Вы продолжайте в том же духе, там, не знаю. Блин, нифига ты, блин! Да как ты, как, откуда ты? Это поздний звук! Тихо, где Альма? Я на стол! Я в безопасности! Так, тут как-то все страшно, нет? Тихо, все, я на столе. Блин, я нагорю на столе. Твою мать, я не могу запрыгнуть. Нет. Только нет.
Все, я на столе. Что-то болтаешь, что ли? Ты можешь не болтать со мной? Я верный. Ты преследуешь неверных, я знаю. Хочешь их казнить, миловать, не знаю, чего ты там хочешь. Но я-то верный. Я никому не изменяю. Япона, мать! О, ребята, да тут его, короче, вообще тут. Вау, прикольно, слушайте, мне даже начинает нравиться. Ух ты, слушайте, прикольно. Я теперь понимаю, почему он на них так смотрит долго. Так это же круто. В общем, давайте ему облегчим. Чё? Твою мать, я... Да вот же на меня прыгнет. Стопудово прыгнет. Бляха, не он прыгнет-то. Ну ты еще упади, я не знаю. Не, прикольная штука. Ничего не хочу сказать, но что-то я реально ничего не хочу сказать. Здрасте. Почтальон? Ты с письмом? Стоп! Твою мать! А какого хрена у меня... О, я, короче, поменял этот, стрелять как. Я забыл, как обратно вернуть. Твою мать. Блин, что ты делаешь-то, дурак? Да твою мать, а как теперь это делать? Ну, ну и хрен с ним. Будем стрелять по три под... Нет, так не годится. Сейчас, минуту, уважаемые подписчики, я чуть забыл. Значение клавиш. Взаимодействие вроде. Перезарядка, гранаты, птичка, рукопа, никто. Не то. Оружие. Блях, тоже не то. Статус. Да как толк на ее мать? Режим стрельбы. А, все. Слава тебе, Господи, все. Бля-бля! Ты где? Вау, да какого ты? Чё ты, блядь, делаешь? Ты вообще больной, что ли? Я не знаю, куда. Ты больной, сам больной из больных, короче. Чё ты прыгаешь, блядь? Ой. А тут дверь-то открывается. Не-не, я нахрен сюда не пойду. Я лучше проверенными путями. Фух. О, знакомые значки. Armachim Technologies. Здрасте. Тихо. Блин, я слышу его. Да и не одно. Напоминаем, на следующей неделе запланирована проверка испытательного оборудования 62 на образцах C500, C5000, C5050, короче. Не забудьте заранее получить лекарство в лаборатории 12 и убедитесь, что военное оборудование обновлено до последней версии. Важные образцы должны быть надежно изолированы во время транспортировки. Сопровождающие должны носить защитную одежду во избежание укусов. Чтобы они еще и кусаются. Ну так, да, я заметил. Кто это такие вообще? Тихо. О, все. Знаете, это вот момент разрядки, когда я сижу и чего-нибудь читаю. Тогда... Япона, мать. Че тебе... Иди... Ты такой вообще? Фига... А, ты... Акробалет! Какой нахрен акробалет? Акробат! Акробалет, блин! Как твой... Слышь, ты! Друг акробалета! Акробалетируй отсюда! Все равно, как тот, тебе уже ничего не сделать. Это... Я запрыгну сюда. О, твою мать, запрыгивай! Да блин, дах! Так, ладно, это неудуманной игрой. Неудуманной игрой! Твою... Все? Я вроде звуков больше не слышу. Запрыгни нахрен сюда. А сразу-то нельзя. О, твою мать. Тупой и еще тупее. Тихо. Будю. Я вас буду называть будюки. Будю, иди сюда. А? Ты где? Ну, будюка, иди сюда, все, будюка, иди нахрен. Больше не подходи ко мне.
У меня просто потому что, когда они нападают, у меня других столов, кроме как будю-будю, нет. Поэтому будюками. Знаю, кто это такие. Бляха, муха, все, я вот тут вот будюков прятаться буду. Меня опять плющ начинает. О, подобрали оружие, подобрали. Не подобрали. Подобрали, не подобрали. Че тут? Не-не-не, я в лифт смотреть не буду. Че, дурак, что ли? Тихо. Будюка! Нифига ты! Разбудился! Тихо-тихо-тихо, будюка. А кто есть впереди? Нет никого впереди. Будюки, патроны хотя бы таскать. Тихо, бляха, будюка! Тихо, кто? Еще будюка. Где будюка? Ух ты. Какая будюшная серия-то. Че, Альма здесь, дед? По-моему, да. Воу! У тебя все нормально, ты как бы... Ты себя вообще... Воу! Слышь, будю! Кай отсюда. Ребят, тут сейчас все взорвется, или вам пофигу? Не, ну вам-то может и пофигу. А вот мне как-то... А, что-то упало тут? Ой, извините, я не туда смотрел. Я что-то обосрался и смотрел назад. Я думал, что-то сзади, оказывается, что-то было спереди. Ну как бы молодец я. Я прям будий мир какой-то. А что, мне туда? А я туда не хочу. Ну ладно. Слушай, хватит контрольной точки сохранять. Давай ты что-нибудь уже там... Доброе, веселое, жизнерадостное. Кто там? А ну иди сюда. А лучше не иди. Бабалибан. Да иди ты нафиг. Опять будюки. Да что ты там делаешь? Так. Минус будюка. Че, мне проползать, что ли, как я понимаю? Ну да. Бесплатный я сыр, блин. На корпоративе. Или что, я забыл, что он там говорил. Какие-то слова там. О, твою мать, закрой дверь, закрой. А, они же стекла ломают. Им же пофигу, короче. Воу, ну о чем я и говорил. А, он просто лежал. Да ты лежи, я не мешаю тебе. Как бы спи. Мне даже проще. Боевые испытания, идут боевые испытания. Это, ага, ну тогда ладно, все, тогда вопрос нет. Напоминаю, что сегодня начнутся испытания с боевыми патронами, поэтому арена будет закрыта для персонала с уровнем доступа 2 и ниже. Те, кто смотрит трансляции с арены во время обеденного перерыва, могут сделать это в зале заседания. Только не забудьте привести зал в порядок на случай незапланированных гостей. Чего у вас тут? В онлайн игры, что ли? Бля, делать, а! Как я вас назвал-то? Будюки? Я уже забыл. Охренели, что ли? Сколько вас тут? А? Будюки. У меня, кстати, патроны. Хорошо обратил внимание. У меня патроны все. А нападают они будюки пустые. Зачем я зачем я шарюсь по углам? Серьезно. Не надо же... Да закрой ты дверь, придурок. Прыгай где-нибудь тут, не знаю, тут иди. Нас все устраивает. Ух ты, тут я еще и подглядеть могу, что там творится. Тихо, дверь закрой. Найди место, куда можно запрыгнуть. Твою мать! Просто куда-нибудь беги. Не сюда. Нам сюда... А, все тогда. Все, пусти. Идите. Пока. Че? Фух. Ну все. Давай, сохранение игры. Бляха-муха. Серьезно, что ли? Мужик, как бы сейчас тебя этот... Я предупреждал. Я... Пона, мать. У меня фонарь там. Шо? И зачем мне вы открыли такой вид?
прекрасно, мне нравится, но мне не надо такое, я как бы... Я как бы и без него неплохо жил. Все просто замечательно. Можете закрыть? А, тут стрельба будет. Ну, слава тебе, господи, лучше стрельба. Так, что у меня на первое? Винтовка. Дробаш. О, не. О, не, я туда не хочу. Твою мать! Ну, какого хрена? Ну, ладно, пошли, сходим, что там. С кем тут драться? А, это арена, боевые испытания. Эй, только не говорит, что мне драться с... С кем? Только не говорит, что мне драться с этими роботами сейчас, которых выпустите. Вы больные, что ли? Вы придурки, что ли? Вы здоровые вообще? Чуть-чуть. А, тихо, мне не нравится затишье. Затишье, знаете, как говорят, затишье перед похождением в туалет. Бляха, мух. Ой, а что, дверь закрывается? Ой. Вряд ли я буду скучать по твоему шилу в моей жопе. А что ты делаешь? Пока ты весь внимание, позволь мне кое-что показать. Ну давай. Это место построил некий Харлайт Вейн. Это он разработал программу по созданию клонов. Марионетки, продукт генной инженерии, подчиняющиеся приказам командиров-телепатов. Совсем охренели. Эта мерзость должна была стать одним из таких командиров. Когда-то он был простым воякой, вроде нас там. Но видишь ли, превращение в хорошего командира берет свое. Если правильно усилить телепатические способности, это существо может управлять клонами. Но при этом он ушел так далеко, что контролировать его самого не может никто. На войне пользы не будет, но сейчас мне пригодится. Хочешь, я тебе это покажу? Шестая группа обнаружила эстинт в моей планете. Они считают, что она движется к лаборатории. Значит, пора нанести. Мендес, закончи здесь дела. Я не хочу, чтобы кто-нибудь выкопал в этой дыре хоть что-то связанное с прочим бредом. Ты понял меня? Я этим займусь, сэр. Ну, пока. Увидимся в этом. Скотина! Япона, мать! Да эти кочевые мужики! Кочерышкин ты, ядришкин. Ядрёна батона, блин! Ядрёна! Твою мать, а! Твою мать! Твою скотину! Да как вы в меня попадаете? Да нате в жопу! Это в глаз, конечно. Какие-то ловкие, блин.
О, я по... Погодите! Что, Альма, блин? Альма, спасибо. Я пока с дробовиком. Чё поменять? На кое оружие? Иди в жопу. Подобрать гранату. Или мне с этим побегать? Нет, я с дробашом пока. Нет, это не дробаш. Альма, завязывай. Как бы я только что избавился от клонов. Ты, конечно, мне помогла, но... О, нифига, я тут молодец такой. Но как бы ты сейчас тоже не мне, не друг, как я понимаю, тоже, да, да? Да, ведь, конечно, да. Бабелин! Это я напрасно испугался. Короче, у меня башка опять заболела, похудела. Альма, любимая, у меня ничего не получится сегодня, у нее голова болит. Давай сегодня как-нибудь без интима. Да выпусти меня! Дверь открой, Альма! А, вон куда идти. Ну все, я иду. Я бегу к тебе. Любимый мой родной. А чё ты? Какого хрена? А дверь? А кто дверь мне откроет? А куда идти-то? Я чё-то не понимаю. А, так там дверь, наверное. А, вот тут, наверное, пойдём. Так нет. Слышь, Альма. Я игру сломал. Или это так и должно быть? Ах, твою мать. А, мне сюда. Ну тогда ладно. Чё? Чё-чё происходит? Нифига себе тут у вас! Чё, так ты спрыгнешь, может, сегодня? Замечена цель. Да иди нахрен. Никаких целей сегодня больше нету. Бляха! Ах ты хитро... На тебя в кишки. Замечено, блин. Цель, блин. Я сейчас целю, блин. Цель, блин. У меня Альма на моей стороне. Как бы... Она на моей стороне, пока не... Пока хочет меня сажать. Потом она будет не на моей стороне. Как мы с ней... Стал... Япона, мать. Какого хрена? Я попал в него! Это ты меня спрашиваешь? Наверное, да, ты попал в меня. Умный такой меня спрашивает, я попал в него, да, попал. Молодец. Закончим на этом. Мне кажется, вы чё пооткрываете, что ли? Давайте, хватит. Твою бляха, муха. Бляха, да ты-то откуда? Слышь, ты, бляха, черно... Здорово. Черноруссия, короче, я хотел сказать. А вы что подумали? Нахрен бежим отсюда. Чу. Это означает, что вы сейчас открываться будете? Я понял, Матюша. Фига от него звук-то такой. Халк. Фух, все, ладно, двигаемся дальше. В принципе, там мы и так двигались дальше, но я думаю, теперь можно двигаться еще дальше. У нас тут прекрасный вид. Все хорошо. Отличный день, я считаю. Вы не находитесь со мной, да? Вы не согласны разве? Ну как можно быть не согласным со мной в такой ситуации? Ну просто вообще. Все просто. Я тихо. Ой, ты твою мать.
Так, кто где? Обнаружена цель. Нет, не обнаружена. А твою мать! А, здесь стекло непробиваемо. Слушайте, как хорошо-то здесь, удобно. Бля. Бляха, нифига себе! Ты чё тут забыл-то, э? Жлобын! Погодите, а. У меня закончились патроны. Извиняй, мужик. Да бляха! Ты-то чем фигаришь меня? Такой же фигней, что ли? А можно две штурмовых винтовки подарать, серьезно? Да еб... Скучные вы, короче, ребята. Пистолеты нельзя подобрать? Ну, отлично, я с пистолетом побегаю. У меня есть куча всякой фигни, но я побегаю с пистолетом. Конечно. Так. Где мы? Мы дошли куда? До КПК? Зашибись. Зашибись КПК. А, это я сейчас должен. Ну так давай, убирай сейчас. Чё я сделал? А, нам туда и надо. Сейчас, да, погодите, мы сползаем вниз. И, наверное, вот здесь, на этом месте, мы и сохранимся с вами. Я не знаю, потому что чё тут... Тихо. Я каждый раз боюсь, когда спускаюсь, что тут альма будет. Столько раз такая пакость уж подобная была. Птичка максимум. Ну и насрать тогда. Все, не, на этом я заканчиваю серию. Меня еще тут достали все эти, блин, просто. Вот я в КПК здесь сохранюсь. Отлично. Контроль пропускаем. А, это КПК. Ну хрен с ней вообще. Спасибо всем, кто смотрел данную серию вместе со мной. Чуть я страшно как-то вообще плохо все. До новых встреч на канале. С вами был Пумба. Пока.